Коридоры отеля. Так, мы заходим в комнату 214. Чувствую себя какой-то монахиней. Телевизор есть, холодильник, водичка. Такая кровать. Это одноместный номер, с большой кроватью. Вид из окошка, честно сказать, так себе. Это второй этаж, но получается, что с другой стороны он как бы второй этаж, а с этой стороны он чуть-чуть как будто минус первый. Так, ну что, здесь есть холодильник. Здесь просто полочка. Зеркальце. Давайте посмотрим ванную. Так интересно сделано, там не до конца потолок. Сразу включается свет, включается вытяжка. Такая необычная деревянная полочка в плиточном пространстве. Есть фен. Есть мыльно-рыльные принадлежности. Шампунь, гель для душа, мыльца. Шапочка. Салфеточка, шапочка. Вот так выглядит душ. Здесь тоже есть мыльце, полотенчики для ножек, полотенчики для ручек, маленькие полотенчики. Полотенчиков достаточно. Вот так выглядит комната. Здравствуйте.